Сильнейший снегопад, обрушивший на турецкий Стамбул всю мощь стихии, практически парализовал город. Местами сугробы по колено, движение на дорогах города просто встало. Отменены сотни авиарейсов в стамбульских аэропортах. Ну а все потому, что турецкая коммунальная служба оказалась просто не готова. Спецтехника не приспособлена к уборке такого количества снега, да и вообще ее критически мало для такой погоды. Крупнейший национальный авиаперевозчик турецкой авиалинии отменил 227 внутренних и международных рейсов из аэропортов имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен из-за непогоды. Ну и, соответственно, водный транспорт тоже испытывает определенные сложности. Пролив Босфор закрыт для движения судов и паромов, там сильно штормит. В результате разгула стихии в Стамбуле образовываются многочасовые пробки, ведь они не знают, как убирать снег с дорог так, чтобы оставалось больше одной полосы. Метро и трамвай вынуждены перешли на круглосуточный режим работы для того, чтобы обеспечить хоть какой-то доступ жителей в районы, куда невозможно добраться на автомобиле. Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты все школы. Несмотря на то, что температура плюсовая, школьники предпочитают сидеть дома для того, чтобы не мочить ноги в снежной каше. Администрация города выделила более 1300 единиц специальной техники и 7000 рабочих для уборки улиц направила, но этого все равно мало. Вот уже сутки, как ситуация в городе не меняется. Горожане продолжают протаптывать себе тропинки через снег, а спецтехника просто вязнет в сугробах. Ну а по прогнозам синоптиков, такая погода может сохраниться до 11 января. Но в целом климат в этом районе крайне переменчивый. И в ближайшие сутки-двое все это может растаять и превратиться в большие лужи. Ну, кстати, турецкий бизнес серьезно задумывался о защите от терроризма. Четыре крупнейших торговых центра Стамбула, в том числе и Венеция, решили нанять элитную частную охрану. Там будут дежурить специально сформированные отряды, чтобы мгновенно реагировать на случаи появления вооруженных людей. Спецотряды будут входить от 5 до 10 человек с опытом реальных боевых действий.